слушай, у нас денег совсем не осталось. Твоими хреновинами этими можно что-нибудь нарыть заработать, а? Ну, наверное, можно что-нибудь придумать, если ты думать будешь, прежде чем еще раз подумать. Тебя, Лапкин, нужно будет японкой нарядить. Ага, с подухой на жопе. А ты жмуйся, пока тебя не засекли. Вот, а вокруг люстры нарисуем большого жирного червяка. Блин, фу, через 10 минут нас стрелять начали. А ты ждал честного бизнеса, да? Ёжик в тумане. И чем занялся, а? Да вот паспорт делаю. Поддельный. Буду свой магазинчик открывать. Так, Джунбо. Профессия, через то пишется, балбейс. Профессия китаец. Блин, ты чё, офигел? Это не паспорт, и на человека ты здесь тоже не похож. А так лучше? Ну ты балда. Да я прикалываюсь. У меня этих паспортов абсолютно настоящих хреново туча. А внешне я тебе потом объясню, как делается. Где ты здесь, судя по всему, хрен найдешь? Написано. Дом 21А, дробь 4, корпус 7, строение 12, вход из соседнего двора. Кто забрался в дыру? Я тут! С сегодняшнего дня открываю заведение. А еще хуже места не мог найти? Но мне в глаза попадаться и светиться особенно не надо, ты же знаешь. Или уже привык? Какой к чертям собачьим попер бар? Ты что, с печки упал? Что это за гонило? Что это, боже мой? Лавка старьевщика? Не суть. Зачем это все? Буду жить спокойненько, в кайф. Раз в месяц что-нибудь купят. А ну не трогай, знаю я его вещички. Да ну, скучно тут. А самый прикол по вечерам. Тут вот за шкафом будет бобер-бар. Приходите на открытие. Вы петрёжник с Лапкиным уже звонили, они уже там. Ой, чует мое сердце, что-то тут неладно. Да хрен с ним, пошли. Добрый вечер! Сегодня первый вечер в нашем баре! Сегодня тут только друзья, поэтому внешность моя, надеюсь, никого не пугает. Вот они там в углу пристроились. К сожалению, двери нашего бара ровно в 23 часа закрываются, и никто не сможет выйти или войти. Таковы правила, и в этом изюминка нашего заведения. Потому что каждый вечер в нашем баре происходит нечто удивительное. И сегодня мы представляем вам наше скандальнейшее шоу впервые! Итак, представляем вам кабаре-шоу «Археровцы». Мы будем доставать для вас из прошлого, вы меня знаете, пару оппонентов. Итак, в левом углу убийца. А в правом углу господин им убитый. Мы будем приглашать для вас волочей всех мастей и их жертв для последней очной ставки! Убить воров-насильников в супершоу! Это что за несусветный кошмар? Он опять придумал! Нет! Ой, чуяло мое сердце! Это он, скотина, убил тебя 30 лет назад! Вмажь ему, Я дверь уже открыл! Надо было вытаскивать, а то его порвут сейчас на трусы нафиг! Сейчас он на нем оторвется! Сейчас! Ой, да у меня защитная оболочка, никто мне ничего не сделал, Эл! С некоторыми вещами лучше не экспериментировать! И ты уж лучше придумай другое шоу! Может, ты и не понимаешь, но это было крайне негуманно! А разве не по этому принципу все ваши телешоу, а? Нет, не поэтому! Лучше сосредоточься на своем магазине, а шоу вообще не делай, хорошо?